Огромный порванный плюшевый медведь, белый рояль на сцене и Алексей Воробьев в семейниках. Все это увидите в новом клипе певца «Пляшем я и Маша». Друзья, сегодня у нас второй съемочный день съемок клипа «Пляшем я и Маша». Как видите, у меня замечательная компания, пляшут здесь все. Я и Маша! Сейчас Алексей живет в теплом Лос-Анджелесе, где снимается в кино. Но ради нового клипа он решил прилететь в Москву. А тут его ждали снег, лед и каскадерские трюки прямо на катке. И обратите внимание, никакой страховки! В клипе увидите популярную блогершу Наталью Краснову. Алексей, как обычно, сам выступил и режиссером, и исполнителем главной роли. Несмотря на все сложности съемочного процесса, клип получился веселым и романтичным.